новостях расскажете, кто победил новогодний ням-ням или КВ-44. Я и так знаю, кто выиграл. КВ-44, ведь у него много пушек, как плюшек, и он надавал своими пушками людей ам-ням. А мог бы ам-ням стать суперменом? Так давай подведем итоги, какой сегодняшний бой. В этом бою сразятся Геракл против... Против Маши, конец.